Нам открыты все маршруты. С добрым утром, малыши! Сегодня вместе с Хрюшей и Антоном Зойкиным в нашей студии певица Согдиана. Поговори о самом главном, ты со мной поговори. О том, что держит на поверхности земли. Поговори. Я так хочу с тобою рядом в этот миг и в этот час, где невозможное возможно лишь для нас на этот раз. Навсегда со мною ты пообещай, дарить мне радость и не допускать печаль. Пообещай. И будет все, о чем мечтали мы с тобой. И новый день теперь он больше, чем любовь. Больше, чем любовь. Это правда была зажигательная песня. Мне так понравилось танцевать. Ребята, а вам? Согдиана, от нас с Хрюшей примите, пожалуйста, в благодарность этот букет цветов. Спасибо вам большое. Очень красивый букет. Действительно, цветы могут сделать обычный день лучшим. Точно, точно. А вы знали, что у цветов есть свой международный день? Нет. Не может быть! Я знаю Международный женский день, Международный день защиты животных, но Международный день цветов никогда не слышал. Представьте себе, такой тоже бывает. Да, и отмечают его сегодня, 21 июня. В разных странах, городах устраивают фестивали, выставки. Согдиана, а вот как вы думаете, какой цветок символ этого праздника в нашей стране? Но если бы мне предложили выбрать символ, я бы выбрала ромашку, потому что это очень красивый, нежный цветок и ассоциируется с Россией. А я знаю, что ромашка – символ еще одного праздника – Дня семьи, любви и верности.
правильных рюшек и отмечает его 8 июля. Недаром ромашка с древних времен это самый распространенный и любимый в нашей стране цветок. Сагдиана, скажите, а какие цветы ваши самые любимые? Ландыши, гортензии и пионы. А вот меня всегда интересует вопрос, вот артистам, им же на концертах дарят огромные букеты цветов. А что с ними случается, с этими цветами потом? Вы их, наверное, домой забираете или, может, раздаете? Для этого у меня дома очень много ваз. Разных размеров для разных букетов. И в основном цветы я забираю домой. Мне очень всегда приятно приходить. Или вот когда я просыпаюсь после концерта и вижу вот изобилие цветов и любовь зрителя. Но если я, например, где-то далеко, и мне предстоит полет и много цветов, то, конечно же, я дарю цветы и делаю чей-то день лучшим. А были какие-то необычные букеты или цветы, которые вам дарили? Да, были. Мне очень запомнились синие розы. А еще однажды мне подарили каалы в горшке. И я заметила, что когда на листьях или бутончиках появляются капельки, то обязательно идет дождь. Да, растения чувствуют изменения погоды. Их так и называют растения-барометры. Посмотрите на экран. Одуванчик может предсказывать дождь за 8 часов до его начала. Если в солнечный день с утра одуванчик закрывается к дождю, а если в пасмурную погоду цветки открыты к ясной погоде. А вот это клевер. Если цветок наклоняется и его листочки сжимаются к дождю, стоит слишком прямо к надвигающейся буре. Задолго до наступления хорошей погоды листочки распрямляются, а цветочек выглядит пушистым. А эта кувшинка белая. Цветы появляются над водой с самого раннего утра. Значит, погода будет ясной и солнечной. Но если к 9 часам утра кувшинка не показалась, после обеда следует ожидать осадков. Вот это да! Буду теперь внимательно смотреть за растениями. Как полезно к вам приходить с утра пораньше. Я так много узнала нового и интересного. Это же так здорово. А давайте еще поиграем с вами в цветочную викторину. Давайте. Итак, я прямо сейчас задам вам 10 вопросов. И нужно постараться ответить на них за 30 секунд. Ого. Постараюсь. Готовы? Да. Итак, Хрюша. Да. Засекай время. Ага. 3, 2, 1, начали! Цветок – женское имя. Роза, лилия. И еще есть? Маргарита. Точно! Цветок – девичьи глаза. Анютины глазки. Цветок – себялюбец. Нарцисс. Точно! Цветок – юноша и девушка. Иван, да, кто? Марья! Марья! С подсказкой. Цветок с хорошей памятью. Незабудка. Цветок, живущий вечно. Кощей. Бессмертник. Точно! Цветок, гадалка. Ромашка. Отлично. Цветок, маленький звонок. Колокольчик. Цветок, звезда. Астра. Цветок, ласковое мужское имя. Василек. Время! Браво! 10 из 10! Ура! Ура! Спасибо за игру! Спасибо вам большое за приглашение, за такое прекрасное познавательное утро. И спасибо вам большое за букет. Мы старались. А нам как приятно было снова встретиться с вами. Ребята, не переключайтесь. Впереди еще много интересного. До встречи на канале «Карусель!»